Подошли сразу. Так, документы сюда, я буду выписывать протокол. Это что такое? Как это? Кто так делает? Ну, согласитесь, смешно. Я вас понял. Я согласна? Ребят, давайте, я вам все показываю, у меня все есть. Вы сразу составляете постановление. Я плачу штраф, если я нарушил, вопросов нету. Все, несите и будем составлять. Что вам нести? Ну, видеофиксацию. Видеофиксация, у нас нет функции воспроизведения видео. Этим занимается IT-отдел. То есть нету. В смысле нету. На что фиксировали? А? На что фиксировали? На камеру. Так вы при мне ее включили, Антон. Ну вы же врете. Ну вы врете, Антон. Ну скажите, вот вы полицейский. Вот почему? Ну неужели не стыдно? Товарищ, меня Саша зовут, вместо товарищ. Я знаю. Я просто так показывать не буду. Если есть видеофотофиксация, я вам показываю. Вы отказываетесь предъявлять нам документы? Не, я не отказываюсь. Я хочу... Это вопрос? А? Это вопрос? Это вопрос. Можно я отвечу? Отвечайте. Я не отказываюсь предъявлять вам документы. Я согласен это выполнить на законных основаниях. Законные основания в данном случае – это показания свидетелей, фото, видеофиксация.